Билет номер 20. Вопрос номер 1. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, если рычаги управления рабочими органами не имеют надежной фиксации? Запрещается. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными контрольно-измерительными приборами? Запрещено. Движение вниз по склону необходимо осуществлять на первой передаче, не допускается выключение сцепления. Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его масса превышает половину эксплуатационной массы трактора? Запрещается. Можно ли при буксировке на гибкой сцепке использовать эластичный материал? Запрещено. Разрешается ли эксплуатация трактора, работающего с прицепом, если на нем отсутствует знак автопоезд? Запрещается. В каком случае разрешается эксплуатация колесной самоходной машины? Давление в шинах задних колес выше рекомендованного значения. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв. Корд не обнаружен. Характерными признаками сотрясения мозга являются головная боль, тошнота, потеря сознания.